Всем привет, друзья, и мы переходим к моим любимым классам внедорожных автомобилей. Ну, один из самых простых этих классов. Это 10-й масштаб, Short Course, полноприводный. У меня даже есть какие-то свои сетапы. Даже есть специально для этой трассы подготовленный сетап. Я не знаю, насколько он хорош, но попробуем проехать на нем. Трасса Rain Main. Давно я на ней не катался, поэтому сейчас, можно сказать, без практики начнем. Ну, я примерно представляю, о чем эта трасса. Она большая, с разными тонкостями. 10 seconds till the start of your final. Your car will be placed on the starting grid. 5, 4, 3. Поехали. Не знаю, что получится, но попробуем. Short Course, он из внедорожных один из самых простых классов. Он очень стабильный. Им очень легко управлять. Они легко прыгают, эти машины. В прыжке они также очень стабильны. Вот местами я промахиваюсь, но я давно очень не ездил на этой трассе. Боу. Мастерство вам не покажу, но какая-то езда получится. Lap 1, 49.78 seconds. 1 minute to go. Тут нужно подтормаживать еще в правильных местах. Это вот эти навыки, они не сразу появляются. Надо большую практику иметь на трассе. Тогда начинаешь понимать, в каком месте стоит подтормозить, в каком месте стоит разогнаться. Давно очень не играл, поэтому... Сейчас все забыл уже. Потом просто медленно еду. Пытаюсь, по крайней мере, не делать совсем серьезных ошибок. Хотя, кто посмотрит, наверное, будет смеяться. Кто так ездит? Ну вот, Short Course определенно мой любимый. Один из моих любимых классов. Также электрические байки, мой любимый класс. Мы сейчас на этой же трассе на них покатаем. Увидите, что они ведут себя совсем по-другому. Ай, флажок зацепил. Внедорожный почему-то мне нравится гораздо больше, чем шоссейный. Не знаю почему. В каждом спорте свои есть фишки. Во внедорожном мне нравятся все эти прыжки, все эти неровности дороги. Как-то оно для меня лично интереснее. Вот. 3 круга получилось. Результат так себе. Посмотрим, какой рекорд. Рекорд 5 кругов на этой трассе. Ну, то есть не идеально я проехал. Ну, как проехал, так проехал. Спасибо всем, что посмотрели. Пишите комменты, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.